Привет, меня зовут Эд, и сегодня я записываю для вас новую порцию фишек для дома. Как увеличить свое помещение, по крайней мере, с помощью своего мозга, то есть обмануть мозг. Есть буквально 1-2 фишки, которые позволяют зрительно как бы увеличить комнату. Итак, для стен используйте или светлые обои, или светлые различные краски. Светлые краски и светлые обои со светлыми различными рисунками как бы зрительно раздвигают нашу квартиру, нашу комнату, и она становится как бы больше. Темные краски наоборот. Нашему мозгу кажется, что все со всех сторон давит и так далее. В маленьких комнатах не рекомендуется стены окрашивать или клеить темными обоями или окрашивать темными красками. То же самое касается и мебели. Желательно темную мебель очень тщательно подбирать в помещение, особенно маленькое. Потому что, например, в хрущевке, если вы темную мебель поставите в прихожую, в очень маленькую прихожую, вам будет казаться, что прихожая маленькая и мебель на вас как бы еще сверху напирает. Если вы же сделаете светлую мебель в прихожую, даже в очень маленькой прихожей светлая мебель не будет смотреться, как будто она висит у вас над головой. Особенно это касается различных навесных шкафов, антресолей и так далее. Вот эти два главных принципа используйте в окраске своих стен и приобретении мебели в небольшие комнатки, коридорчики и так далее, ванны. Спасибо, что вы меня смотрите, и всем удачи! Подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы. Рад буду ответить на них. Отвечу каждому. До встречи на моем канале. Удачи вам и мир всем!